похоже, что рай на земле не наступит. То случится война, то спалят суховеи поля. Катаклизмы природе с людским скудоумием вкупе не оставили шанса несчастной планете Земля. Птицы мечутся с юга на север бессмысленной стаи, но похоже, что сгинут во мраке грядущих веков. Белый буйвол, синий орел и форель золотая вместе с множеством прочих полезных и добрых зверьков. Стад горных козлов окончательно всех забодало. Все бессмысленней песни, все хуже, плохое кино. Самых светлых надежд человечество не оправдало. И исчезнуть теперь за ненужностью обречено. В общем, дело дошло до последней ступени маразма. И логично бы было обматывать шею венькой. И отчего же сурова реальность несообразна? Я, как деда в мультфильме, все время веселый такой. Мне не страшен ни горный козел, ни мятежный повстанец, ни взбесившийся климат, страну погрузивший в пургу. Мне не нужен ваш цирк дю солей, покажите мне палец. Вы постигнете смысл выражения «ржу не могу». Я не псих, у меня лишь чуть-чуть что-то где-то замкнулось. И стремительно на бок уехала, треснув по шву. С той секунды, как ты оглянулась и мне улыбнулась, чтоб я понял, зачем на земле ты мрачно и живу. На земле ты мрачно и живешь.